Всем привет! Сегодня воскресенье, и я еду устраиваться на работу. Разместил свое резюме на одном из сайтов. Мне прислали приглашение. Сейчас я взял такси и еду на собеседование. Я прибыл на место. Когда я сюда ехал, я просто не знал, что за фирма. Оказывается, это тренинг-центр. Зайдем внутрь. Прибыл я в этот тренинг-центр. Меня встретили на ресепшене. Я подождал минут 5. Потом ко мне подошла девушка Шелин. Она сказала, что им требуются учителя, в общем. Скоро должен подойти босс, который, собственно, и поговорит со мной по поводу этой должности. Здесь я встретил парня из Украины тоже. Правда, не успел спросить, из какого он города. Первое впечатление... положительно. Такой забавный тренинг-центр. Много детей, много иностранцев, учителей. Посмотрим, что будет дальше. Увидели меня с камеры, сказали, в этом центре запрещено снимать, поэтому прекращаю съемку. Я поговорил с директором, она сказала, что им требуется учитель, потому как паренек один, учитель Кембриджа, в скором времени уезжает в середине апреля, поэтому я, если устроюсь на эту работу, я подменю его. Это работа частичная, то есть в субботу, либо полный день, либо только вечером. Я сказал, что подумаю, но скорее всего, если меня все устроят, я выберу на полный день. По поводу зарплаты и других мелких деталей этой вакансии мы пока не говорили. Но где-то в конце марта она мне, директор, позвонит или напишет. Мы с ней снова встретимся и более детально пообщаемся. В общем, решил я поехать еще в одну компанию. Вот я приехал сюда, сейчас ищу офис. Не могу найти. А мне дали анкету, я заполнил ее. Сказали подождать минут 5. Сейчас должен подойти человек, который поговорит со мной. Только что я прошел собеседование в этой фирме, проходил собеседование с девушкой. Она посмотрела мою анкету, которую я заполнил. Сказала, что для меня будет найти очень сложную работу с таким графиком, потому что я работаю каждый день с понедельника по пятницу. И каждый день у меня промежуток с 11 до 15. Также я сказал, что могу работать в выходные дни. Она взяла мои контакты и сказала, что позвонит, когда появится данная вакансия. Как-то так. Всем привет! Прошла буквально одна неделя с тех пор, как я проходил собеседование в двух тренинг-центрах. Буквально в этот же вечер мне позвонили из одного центра и пригласили на пробный испытательный урок. В общем, мне выдали
учебные материалы, по которым я буду преподавать. И сегодня я отправляюсь на свой первый урок, который связан с моим дополнительным заработком вне работы, вне детских садиков. И вот сегодня я буду преподавать английский в одном из тренинг-центров детям от 10 до 15 лет. Я, конечно, переживаю очень, потому что мой уровень не настолько велик, как преподавать в детском садике. В этих материалах, которые мне выдали, очень большой упор делается на грамматику, с которой я не дружу. Я буду пытаться, я сделаю все, что в моих силах. Ну, посмотрим, что из этого получится. В общем, прошел мой испытательный урок. Он должен был длиться 1 час, но закончился через 45 минут. В общем, провалил я его. Все-таки работа в детском саде отличается от преподавания в тренинг-центрах. Здесь большой упор делается на грамматику, с которой, как я уже говорил, не дружу. Урок, который был рассчитан на 1 час, я закончил, наверное, за минут 20. У меня просто много свободного времени оставалось. Я уже не знал, что и как говорить, как заполнить эту пустоту. Рядом сидела директор этого центра, смотрела, как я преподаю. Я начал вообще переживать. В конце урока я взял себя в руки и пытался направить ситуацию в правильное русло, но все же негативный остаток присутствовал. Дети, конечно, тоже, я по их выражению лица смотрел, они недовольны были моим преподаванием. Потом директор подошла ко мне, поговорила и вежливо сказала: «Денис, что извините, но вы нам не подходите. У вас акцент, у вас там то-то-то». В общем, просто вежливо отказали мне. Как-то так. Ну, я не расстраиваюсь, потому что я понимаю, какие у меня возможности. Всем спасибо за внимание. С вами был Денис. До скорой встречи. Пока.